Вылим наших лизунов, фиолетового смешаю с синим. Ложу сюда iPhone. Ставлю бомбу, думаю, бабахнет знатно. Хорошо, что мы выехали подальше от людей. Ребята, а вы сможете завязать шнурки за одну секунду? Нет? А вот на канале Чайный Чек вам помогут выиграть этот спор. На канале классные товары из Китая и распаковки. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Тимон, и вы на канале веселых распаковок товаров из Китая. На канале еще много клевых опытов, экспериментов, а также в каждом видео конкурс раздаем на халяву CSGO или премиум аккаунта Майнкрафта с полным доступом. Ребята, решил очень много подпалить пуканчики для тех, у кого не хватает мозгов. А так как вы просили взорвать моего огромного жидкого лизуна, которого у меня теперь 4,5 килограмма, так как полкило осталось на асфальте с прошлого видео, когда я скидывал его с 5-го этажа, ссылка, как всегда, будет в описании и на экране. Вот, я все подготовил и добавил к тем остаткам синего лизуна, что скидывал в прошлом видео, еще свеженького фиолетового. Вот наша бомба, это 3 петарды Корсар 204. Также я взял спирту бутылечек, все полью из спиртяка, возможно, он еще и загорится, посмотрим. Вот ошметки моего айфона с прошлого видоса, я решил его добить. Идемте все подготавливать. Вылим наших лизунов, фиолетового смешаю с синим. Ложу сюда iPhone. Кого бомбит, не ваше дело, что взрываю. Ставлю бомбу, думаю, бабахнет знатно, хорошо, что мы выехали подальше от людей. Теперь все это я полью обильно спиртом, зачем фиг знает, может быть лизун и загорится, посмотрим. А теперь давайте эпик, все зажгем и нафиг все взорвем, надеюсь, будет интересно. Лайки, ребята, я на вас надеюсь, что вы меня поддержите. Если бы не ваши лайки, я уже давно забросил бы канал. Не ленитесь и жмякайте лосики, чтобы я обмазывался ими. А теперь, ребята, финал. Я поджигаю бомбу. Ребята, это было реально круто, он разлетелся по всей территории на 3 метра. Мы сами были в лизуне, и наши вещи были в лизуне, и мы потом еще долго его собирали, так как мы бережем природу и не оставляем мусор. Айфону пофиг, так как лизун принял на себя удар, спиртяка не загорелась, и все это было зря. Ну, кто хочет CSGO или премиум аккаунта Майнкрафта с полным доступом, участвуйте в конкурсе, ребята, все условия в описании, в моей группе. Ребята, поддержите меня лайками, давайте выведем видео в топ, и я сниму еще круче издевательства над лизунами, так как у меня осталось еще 3 килограмма этих лизунов из 5. Кого бомбит по поводу айфона, я не скрываю ничего, и ссылка тоже в описании. Расскажите обо мне своим друзьям, подписывайтесь на канал, вы увидите еще много таких видео, и на группу не забудьте подписаться, ведь не все итоги розыгрышей, и всем удачи, пока-пока.